Мастер-класс. Как надежно закрепить календарь к холодильнику. 1 января. 1 января. Это важно. Все, надежнее некуда. Шуруповерт твой друг. Я его. Ответы на вопросы сегодняшняя тема наших занятий. Я постараюсь быть максимально серьезным. Начну по порядку. Елена Картышова, надеюсь, правильно я сказал слово Елена. В каких кружках заняты ваши дети? Какая у них разница в возрасте? Расскажите о ваших мальчишках, ведь они все разные. Какие качества и характер присущи каждому? Вы вообще очень интересная семья. Я с огромным удовольствием смотрю на вас. Дети разные, действительно. В кружках? Да, в каких кружках? Эрнест и Глеб ходят велоспортом, занимаются. Борис английский. Борис английским. Лев. Что в садике ИЗО. Какие? ИЗО. ИЗО в садике у Лёвы. А я иногда вообще, если честно, когда забираю ребенка из садика, даже не знаю, в чем он, где его штаны. Разница в возрасте у всех 2,5-3 года. Ну, как-то так у нас регулярно все. Вообще, короче, они все разные. Характер у них тоже разный. Два есть шалопая, которые у нас Лев и Наум. Такие. А еще когда Лев и Борис вместе тусуются, их можно назвать Лёлик и Болик. Потому что они, блин, короче, я не знаю, как это объяснить. Вот что-то в другом постоянно происходит. Мне так тяжело на вопросы отвечать, вы бы знали. Я себя как на экзамене чувствую. Это вообще. Какой вид у нас классный из окна. Хотя площадь красная не видна. Нет, вообще ее нету, блин, близко. Ютубочка номер один. Блин, нет. Ютубочка один спрашивает. Интересно взглянуть на размер ваших кастрюль. Обычные кастрюли. Я говорил уже, там 10 литров хочу купить, еще не купил. А так все максимум 5 литров. Готовить приходится только на один день. Какой один день? На один раз нам приходится только готовить. Невозможно на больше. Я вообще хочу сказать, что у нас, я посчитал, короче, мешок картошки на 2 недели где-то хватает. Ну, короче, 2 мешка на месяц. Это в постное время. Дело в том, что когда пост, и когда не пост, у нас разное потребление продуктов, разное меню. Соответственно, вот макароны тоже как-то прикинул, так 750 грамм сухих макарон уходит на один раз поесть, чтобы сварить. Ну, это вместе я имею в виду с соусом, там, с подливой, с пастой, ну, как-то паста уже получается, да, там, с какой-то там, не знаю, с мясом, с кальмарами, ну, без разницы, в общем, это все на один раз. Я уже забыл, что такое готовить, когда, знаете, там, утром встают, значит, некоторые семьи... Встал, разогрею вчерашний там борщ. Какой вчерашний борщ? У нас сегодняшний не всем бывает достается. Потому что салатницами я ем и Ренес. Иди, покажи это супное свое. Иду. Вот с ним мы едим в таких мисочках. На голову. Будет космонавтами. Иди. И в магазин мы ходим, бывает, ну у нас не получается, чтобы на один раз в день сходить в магазин, либо заказать доставку домой продуктов. Ну, в общем, тяжело. Тяжело нам живется. А еще мы играем иногда в гляделки, моргалки. Раз, два, три. Ты уже сморщился, сощурился, что нет, у тебя глаза закрыты вообще. Лёва выигрывает у всех. Да нет, потому что Лёва... У него нет век. А? Наталья Шурыгина. Я когда начала вас смотреть, мне даже стыдно стало. Я жалуюсь, что мне с одним ребенком тяжело. Я бы посоветовала просто снимать вашу жизнь. Уверена, что вы не скучно живете. Да, нам просто вообще некогда жить. Скучать. О, скучать. Я по Фрейду. Следующий вопрос. МС Марево. Спасибо, очень интересно. Было бы также интересно узнать о вашем распорядке дня и есть ли у детей какие-либо обязанности по дому. Всего вам самого светлого и хорошего, Марина. У нас вообще распорядок дня это такое вот раз порядок, два порядок и три порядок. И все это разные порядки. И они никак не связаны вообще с порядком в доме. Это отдельное видео можно снимать. Это да, это не то, что видео отдельное, это вообще это больная тема наша.
Я себе каждый день завожу на 5.30, сейчас вот решил дольше поспать, на 5.45 завожу будильник, выключаю его и спокойно встаю в 8:30. Вот так. Выходные дни у нас и каникулы проходят. Ждем с нетерпением, когда они закончатся. Потому как в будние дни у нас все-таки есть какое-то 2-3 часа свободного времени для того, чтобы убрать все в доме. А так как-то, ну, просто... Борьба с лавиной. Да. А Боря в это время сидит на кровати с тарелочкой. Нинчика Боровская. Блог супер. Интересно все. Как вы с простудой боретесь? Весь, если заболеет один, начинают болеть все. Быт. Вы вообще все молодцы. Удачи вашей семье. Как мы боремся с простудой? Мы ее душим. Чего нам? А мы боремся с ней. Ну, если дети заболевают. Да, если один заболевает, да, как начинает болеть второй, третий. Ну, с простудой куда ни шло, вот когда дизентерия какая-нибудь нападает. Тогда страшное дело становится. Обычно заболеваю последним я. Ну, потому что я держусь из последних сил. А потом, когда эти последние силы заканчиваются, я начинаю звонить всем и со всеми прощаться. Это правда. Это не шутка, кстати. У меня такое ощущение, что я всегда умираю. Все. Я вызываю скорую и говорю, ну вот, я больной. Лечите меня. Алекс Ивановский. Добрый день. Пишу с аккаунта сына. Я вами восхищаюсь, вы герои. У меня 3 сына, я не представляю еще столько же. Расскажите, очень все интересно. Как справляетесь? Вообще, мне все-все очень интересно. Мы тоже из Беларуси, но уже давненько проживаем в Чехии. Хотелось бы с вами познакомиться. Удачи, мудрости и терпения в воспитании ваших сыновей. Где берете силы? Как ведете быт? Ведь и школа, и уроки, и кружки. Расскажите об этом, пожалуйста. Спасибо. Приглашайте нас в гости, мы вам все покажем, как мы живем. У них дома? Так, ну да, нам бы тоже хотелось с вами познакомиться. Знаете, у нас вот когда сейчас было 5 детей, я жене бывает звоню, там заберу с собой 2 детей куда-нибудь старших. Она звонит мне, жалуется, я говорю, что ты ноешь, у тебя ты там только с 3 детьми осталось. Как бы, и все. Я же 2 забрал. Ну, я же 2 забрал. То есть, ну, так отношение уже такое нормальное. Уже кажется, что 3 было совсем мало. С юмором. Да, а один когда ребенок, вот это было реально тяжело. На самом деле. Он весь требует все ваше внимание. Все забирает себе. А когда уже появляются еще дети, тогда они там между собой уже тусуются и как бы немножко проще. Единственное, что периодически приходится становиться миротворцем на их войне. И кормить. И кормить, да. Регина, я не знаю, Цепанова, Кипанова, Сипанова, как правильно прочитать? Прикольное видео. А папа помогает с детками? И если да, то как? И как проводите выходные? Ну, так и проводим выходные. Никак. Хорошо, когда получается куда-то съездить. Нам нравится выехать куда-нибудь, походить, побродить, устать. По и паркам. Прийти отдыхать от отдыха. По паркам ходим. Летом снимали видео, но там почему-то мало смотрели. Я на свой канал выкладывал. Я немножко другая тематика. Еще помогает ли папа с детьми? Папа с детьми помогает. Читает папа. Мы не что, я не помогаю, что ли? Ну, думаю, поссоримся. Не сегодня. Я сегодня занят. Я даже не знаю, что вам сказать. Папа помогает? Чей? Подарочки от социалочки. Да. Посмотрим, что нам в этой посылке предлагает отечественный производитель. Отечественный производитель предлагает на семью с 6 детьми 5 подарков. Старшему не положено. Почему? Потому что, по мнению этих людей, 12 лет, это гораздо 13, полезнее. 13. С 12 уже тебе не положено есть сладкое. Пора переходить на горькое. Елена Кратышова. Еще вопрос. Как вы проводите время всей семьей? Какие у вас есть семейные традиции? У нас нет семейных традиций. Неправда. Правда что?
Есть. Какие? Я чувствую, что они где-то есть. Они должны быть. Но их никто не видел. Такие традиции у нас. У нас наша традиция семейная в отсутствии традиции состоит. Очень сложный вопрос задали. А, да, я хожу в баню с сыном. С одним, то со вторым. Остальных мне жена не дает. Я бы и с ними ходил в баню. О, Платоша хочет в баню. Пойдешь, пойдешь. Да, блин, и по выходным. Я это в прошлом видео снимал. Мария Кравцова спрашивает. Да спасибо за любое видео. За вами очень интересно наблюдать. У вас мальчишки все хорошо кушают? У нас прям проблема. Один одно, с другой другое. Муж тоже избирателен. Как вы отмечаете Новый год? Какие есть особенные традиции в вашей семье опять? Вы замечательная пара, дети чудесные. Дети едят все разные. Либо одно и то же, но по-разному. Макароны, они когда... Макароны, такое ощущение, что наша семья жрет одни макароны и картошку. Ну. Что? Одни с сыром, другие с кетчупом едят, третий с соусом надо. Только исключительно макароны без ничего, не дают. Да, вообще даже нельзя капнуть сюда ничего. Эрнест у нас всеяден, но есть даже несъедобные. А Глеб это вообще рисовую кашу никогда не ест, она ему напоминает личинки. А, про Новый год. Я хочу сказать, что у нас есть ребенок Лев, он просто отказывался есть мясо. Вообще не ел мясо. Ну, такой вот вегетарианец какой-то ходячий. Он не ел, а потом приходит как-то. Я готовил там что-то, курицу, по-моему, что? Он говорит, а это мясо? Я говорю, да. О, я буду мясо. Я в садике, где он там попробовал, оно вкусное, оказывается. Он определил так. Новый год не отмечаем. Пост. Не отмечаем все. Рождество отмечаем. Сейчас пойду готовиться, а то завтра кушать надо. Вот, смотрите, какая конфетка была в подарочке. No name. Кто ее сделал? Сделали все те же. Зачем она тут? Самое интересное, как ее употреблять. Мария Петрова. Здравствуйте, я всегда рада, когда в семье столько детей. Хотя выросла в семье из 4 человек. Да и в моей семье всего 2 ребенка. Скажите, ваших детей вы планировали или все спонтанно? Каким образом распределены обязанности между родителями и детьми? Как ваш старший сын относился к такому количеству братьев? Нет ли ревности у детей друг к другу? У нас запланированный ребенок только один. 5-й. Все остальные были спонтанные. Никого не планировали, уж видите, регулярность есть, значит, ну, какая-то там прослеживается. Кто-то она запланировала. Все... Как Бог даст. Я на эту тему хочу сказать, что будучи в Польше, как-то я познакомился с беженцами, чеченскими, в частности, в Варшаве. И проходя мимо их, как это называется, лагеря беженцев, там очень много детей бегают, очень много. И у них вообще считается 2 детей, это типа, ну, даже не семья такая, как бы, там им стыдно с таким количеством детей. Минимум 4. А так по 10 детей, но я спросил, говорю, ну как, их же кормить как-то надо, деньги откуда, где деньги брать? Ну мне сказали, что Бог дал детей, Бог даст и деньги, как-то так. Старший сын уже привык к этому, хотя вот в 6-й раз он уже как-то, мы пытались намекать, он говорил, что ну зачем, типа, хватает и так. А потом, когда все понял, особо не расстроился. Платон ему нравится. Как-то не знаю, чтобы они ревновали прям друг другу. Больше, наверное... За внимание борются. За внимание борются, да. И у них вообще такой борьба, не борьба, а соперничество такое, соревнование друг с другом больше. Но при этом, при всем, надо заметить, что вот Наум, 5-й ребенок, он всегда говорит, там, купи мне там мороженое. Я говорю, мороженое тебе купить? Да, мне купи мороженое, Леве купи мороженое, Борису купи мороженое, Глебу, он говорит, Глебу купи мороженое, да. Он, короче, всех перечисляет, всем надо купить мороженое. Глеб тут вообще всегда поделится. Такой он сам по себе, не знаю, как это у него получается. Больше всего внимания старшему, старше досталось, и он сам этот разбалованный. А давай посмотрим, что там. Эй, мой стол. Нормальные конфеты, карамельки. Вот есть. Смотри, есть шоколад. Темный шоколад. Есть, а во, конфеты глазированные, завернутые. Завернутые.
Елена Карташова. Влоги классные. Снимайте чаще. Снимайте чаще. Я уже думал об этом. Я даже думал открыть свой канал для влогов отдельный. Даже Эрнест придумал название ему. Говорит, сделай, ты же лысый повар, сделай канал лайв «Лысая жизнь». А я до этого хотел назвать его «Борец демографического фронта». Так я вот не знаю, надо его открывать, не надо. А интересно действительно все. Как проходит ваш день? Утро, день, вечер. Когда Рита успевает во всем управляться? Во сколько при этом ложится спать? Во сколько начинается ваше утро? Как вы успеваете убираться и готовить? И главный вопрос, как воспитать мальчика? У меня пока один, и при этом я уже вся измотана. Очень активный и постоянно требующий внимания. Вот как правильно воспитывать парня, строгостью или лаской. Интересно еще узнать о роли папы в воспитании ваших парней. У него есть какие-то обязанности или у вас все совместно? Что, кто что успел, то и сделал. У нас все совместно. Кто от чего успел, от того и уклонился. Все развлечения — это папа. Я единственное развлечение. А у нас еще тот сынок. А для меня единственное развлечение — это мама. Кость. Надо воспитывать мальчика. Я иногда с ремнем хожу по квартире. Потому что, ну, не слушаются они. Они же такие, все сейчас своевольные. Они у нас еще и говорить умеют много всякого. Интересного. Жустого. Надин Васюк спрашивает. Какая у вас специальность, что вы можете такую большую семью содержать? Вы крутые. Ирина Редькина спрашивает, а кем папа работает? Когда вы только поженились, вы хотели много детей или все само собой получилось? Когда мы женились, Рита хотела трое детей. Это правда. А я хотел двоих. Мальчика и девочку. Она говорила, будет три мальчика и одна девочка. У нас шесть мальчиков сейчас и одна девочка. Она же. Их мать. Кто я по специальности? Вот мой диплом. У Риты такой же, только с золотыми буковками. На медсестру у нее. А у меня написано Константину Георгиевичу присвоена квалификация медицинской сестры. Покажи. Я медсестра. Вот-то. А кроме этого, я еще резчик по дереву по первой специальности до медсестры. И... Кто я сейчас? Я сейчас водолаз-спасатель. А еще повар. Повар. Мебелью занимался, настройкой компьютеров. До одного время нечего было делать, связать научился. В общем, у меня слишком много увлечений, поэтому мне сложно в это определиться с тем, чем мне заниматься. Возможно, если бы я был занимался чем-то одним, уже преуспел бы гораздо больше. А так, к сожалению, вот как-то так. Или к счастью. По крайней мере, не знаю, помогает мне это жить или мешает. А Рита, она всю жизнь мать. Да. Что? Тут уже одни бумажки оставили? Нет. Вот здесь кучку делаем. Делаете кучку бумажек? Да. Мы будем ими платить. Наталья 1 спрашивает. Если вы столько мусора выкидываете в день, то сколько же вы тогда еды покупаете? И тут присоединяются к вопросу Ирина Редькина. Присоединяюсь к вопросу, и когда успеваете столько готовить? Ну, я уже ответил, по-моему, на этот вопрос. И мусор не только от еды. Еще подгузники. От жизнедеятельности. Да. Еще очень важная статья расходов у нас – это туалетная бумага. У нас два туалета. Надо куча бумаги. Я не знаю, куда она девается. Сеня Миро сказала «Уи!» Честно, все интересно, особенно обычный быт, типа как просыпаетесь все, как утро начинается, кто первый в ванную, или как проходит обед выходные на всю армию. Да, вот так вот. Ну да, кто просит видео как бы. Ну, вообще-то у нас с утра нету очереди в ванну, потому что Эрнест встает раньше всех, он едет, ему час добираться до школы, едет на транспорте, потом... Встают следующие двое детей, они в школу идут вместе, рядом, недалеко от дома. Потом те, которым надо в садик, встают, их одеваем. Короче, да, не все вместе встаем, не так, как в армии, не знаю, как в армии, я там не был. Я пошел в медучилище, чтобы найти жену, жениться, нарожать детей и не служить в армии.
Я военный билет получил в 29 лет, когда прописка менялась. Наталья 2. О, вот нормальный вопрос. А соседи как к вам относятся? Не жалуются на шум? А то есть же всякие доброжелатели. Соседи, у нас с соседями совсем немножко другая история. У нас 19-этажный дом, в нем 20 многодетных семей. Из них 19 живет одна под одним. То есть, ну вот в столбике там 4-комнатные квартиры, они идут вот так с 1 по 19, с 19 на 1. У нас 19 этаж, и мы шумим только вниз. А снизу мне один раз только звонили и сказали, что у вас там происходит, а я был в деревне вообще. Я говорю, не знаю, что происходит. А что такое? Да что-то грохот какой-то. Я позвонил, узнал, дети просто прыгали с одного дивана на пол и на другой диван, а потом назад на пол, опять на диван. Ну, то есть так вот развлекались. На следующий день этим же соседям позвонил я, потому что они в час ночи откуда-то пришли. Ну, приехали, может, с деревни, может, жалко, друзей. То есть, ну, тут бессмысленно. Эти звонки можно целый день туда-сюда звонить, разницы особо никакой нету. Все понимают прекрасно, поэтому никто не жалуется, все хорошо. Все такие же. Светлана USA спрашивает, вернее говорит, Рита, снимай видео, как проходит день с твоим малышом. Что он уже может делать? Мы снимаем, в принципе, просто видео будут выходить чуть позже. Где-то после 11-12 числа, 13 января. Как-то так. На следующей неделе, возможно, уже увидите первое видео. И фотосессия, кстати, тоже. И последний вопрос остался. Офелия Мирзаян спрашивает. Нет, она не спрашивает, она просто говорит. Ваш папа, конечно, герой. А вот пол, конечно, зависит от папы. Мне лично было бы интересно ваша повседневная жизнь с детишками. Так что, исходя из вопросов, мы будем просто снимать повседневную жизнь с детишками. Вот так вот. Смотрите наше следующее видео. Если хотите, чтобы влоги выходили чаще, я даже не знаю, как это, что вам, чем помочь. Лучше один раз в неделю. Наверное, один раз в неделю получится лучше, потому как на этой неделе, если честно, некогда было снимать. Может, и было что снимать, но просто физически не было времени. Каникулы очень тяжело нам даются, мы устаем. Мы сейчас будем жаловаться вам, потому что вы привыкли к позитиву, надо как-то менять это. Тебе вкусно? Да. Попробуй. Попробовать? Я не хочу, зайчик. А эти? А это ешь, это ж карамелька, это очень вкусно. Самые вкусные конфеты. Угу.